Ой, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Это Dead by Daylight, но это уже не бета никакая, это самый настоящий релиз. И вы видите, кстати, что у меня в правом углу здесь стоит совершенно другой маньяк. Это не тот потрошитель с тесаком, который был у нас в бета-версии. Это уже нечто другое, с каким-то непонятным посохом-жезлом, сделанным из человеческого позвоночника, черепа и каких-то еще костяшек. Короче говоря, игра у нас вышла в релиз. Она стала еще интереснее, еще разнообразнее, еще сложнее. Она реально стала намного сложнее. Бета по сравнению с тем, что сейчас у нас здесь есть. Это вообще практически детский сад. Давайте в этой серии мы просто немножечко посмотрим на это обновление и сыграем пару раундов за выживших. Просто чтобы понять, как тут что поменялось. Итак, для начала у нас есть три варианта. Кем мы будем играть в плане киллера? У нас добавилось еще два маньяка, каждый со своими способностями, со своей игровой механикой определенной, со своими сильными и слабыми сторонами. Но с выжившими все, в общем-то, понятно. Их как четверо было, так они четыре и остались. Единственный момент, что у нас усложнилась система прокачки. Теперь наши вот эти вот разные бонусы, которые мы можем с вами здесь покупать, они стоят намного дешевле. Намного дешевле, это значит, практически в два раза они повысились. Вот ближайшие здесь они стоили по 1500. В бета-версии, в бета-тесте здесь они уже по 3000, а самые большие по 5000. И дают, в общем-то, очков опыта точно так же, как было раньше. И касательно ранга, который, кстати, вы видели, у меня 20-й пока что, самый низкий, потому что я еще практически не играл в эту релизную версию. Здесь надо было два раза победить для того, чтобы получить следующий ранг. Здесь уже три раза подряд нужно выжить, убежать с поля расправы, чтобы получить какие-то ништяки, чтобы ранг наш повышался. Точнее, понижался, как бы, да, число будет понижаться, а наша иерархия будет, наоборот, возрастать. Вот, короче говоря, четыре игровых персонажа, все те же самые. В принципе, здесь вообще практически без изменений, кроме стоимости вот этих вот штук. Blood web означает кровяная или кровавая сетка, или кровавая паутина. Вот, в общем-то, прокачка персонажа так происходит, вы все прекрасно это знаете. Но касательно маньяков, у нас, смотрите, два новых персонажа. Первый это наш был The Trapper. Слово trap переводится как ловушка, или капкан, или... Да, скорее капкан, потому что он с капканами же ходит, носит их с собой. Он у нас был, в общем-то, с ним ничего не изменилось. Но вот два новых персонажа, они совершенно другие. Вот этот вот, Raid. Да. Это слово переводится как дух. Вообще, я немножко покопался в интернете, кем или кого даже называют вот этим словом Raid, или как-то так. Да, типа того как-то. Это, короче, дух, который появляется перед человеком незадолго до его смерти. Мне кажется, это очень символично касательно этой игры, что как раз этот маньяк вот в таком образе будет появляться перед выжившими, как бы намекая им на их смерть. У него есть особые спецвозможности, способности. О них поговорим мы с вами в следующих сериях, когда за них поиграем, за маньяков. Но сегодня мы сделаем такой общий обзор только релизной версии. И еще один маньяк. Это Хиллбилли. Словом Хиллбилли, слово Хилл означает холм. Билли это просто как имя. Хиллбилли вот этим словом в английском языке называют таких вот жителей гор, которые такие, знаете, недалекие лохи, в общем, деревенщины. Есть так слово redneck. У нас, знаете, серии, они изобилуют уроками английского языка. Redneck, красношей, тоже деревенщину называют. Вот этот Хиллбилли, это тоже такой, типа, деревенский простачок, но здесь он выступает в роли вот такого вот монстра, очень страшного и очень быстрого. Почему быстрого, я говорю, особенно, вы узнаете потом. У него есть оружие, у него есть вот такой молот, и еще есть также бензопила, которой он может пользоваться. У него тоже есть свои спецспособности, о которых вы узнаете позже. Ну что, давайте мы сегодня поиграем все-таки за выживших. У нас появилось также еще две карты новых. Две карты, и они тоже варьируются в плане локаций, в плане расположения разных предметов, тех же самых двигателей, и ворот выхода, и ловушек, и так далее. Все это разное. Так, ладно, мы готовы, в общем-то, присоединяться к лобби.
У меня первый уровень, я вообще здесь пока что простачок. Я уже видел, что ребята достигли 7 уровня. Я сегодня несколько часов назад заходил, смотрел. То есть буквально день прошел с момента релиза. Уже люди наблатыкались. Вот смотрите, так, это первый уровень, третий и первый. Ну, в принципе, да, вот лохи играют, короче. Да, и вот Кончита еще и матерится здесь. Так, Кончита с нами не остался, убежал. Так, ладно. Это вот балбес, видно, русский какой-то, да, и еще какой-то Алайса. Не знаю. Давайте, мы готовы играть. Наша задача просто сейчас ознакомиться. Ну, наконец-то. Пришлось, я не знаю, сколько времени прождать до тех пор, пока появится у нас полное лобби. Никто не хочет играть за жертв, все хотят играть за маньяков. Так, смотрите, ребят, новая локация. Березки, родные березки. Это свалка каких-то, не знаю, прессованных автомобилей или чего, каких-то, в общем, металлических штукенций. Так, и значит, здесь у нас должен появиться новый вид маньяка. Я еще пока не знаю, кто это. Так, ну что, надо искать. Пойдемте, будем искать. Будем искать сейчас двигатели. Новый вид маньяка. Я даже не знаю, кто из них сейчас. Или это будет Хилиби. Тихо. Кто за мной идет? Блин. Черт, он за мной идет. Охренеть. Он идет за мной. Он полюбас идет за мной. Офигеть. Ребята, начало уровня уже за мной бегают. Так, отстал, не отстал. Охренеть. Где он? Вон он идет. Или это обычный маньяк? Ребята, уходите отсюда. Нет, это, по-моему, обычный маньяк. Просто мы в другой локации играем. Вон он за мной, да, это трэпер. Ах ты, падла. Да давай, перепрыгивай, блин. Беги. Прыгаем, прыжок. Ничего, дружище. Ох, блин, я от него скрываюсь. Конечно, он меня видит. Конечно, он сейчас пойдет за мной. Так, ладно. Здесь тоже. Хоть как-то ему перекрыть. Офигеть. Да что за жесть-то? Самое начало уровня, меня уже кто-то там порубил. Это наш обычный трэпер, обычный охотник, который ставит капканы. Ну все, ребят, если меня никто не спасет сейчас, вигл делать бесполезно, потому что слишком близко крик. Так, ну что, по-моему, он сейчас уйдет. Попробуем пока освободиться. Нет, собака, он ходит на меня, смотрит. Будет ждать, пока я тут подохну. Ёкарный бабай, уже вот эта непонятная каракатица появилась. А, черт, все. Я не могу, ну что это за непруха такая? Самое начало уровня, и меня уже он схватил. Может быть, кто-то придет мне помочь? Пацаны, девчонки, я знаю, русские там кто-то есть в этой сессии. До сих пор, кстати, не сделали возможность играть вместе с друзьями в одном лобби. Ну, в смысле, случайно как-то там. Не то, что полное лобби собирать. Ну, вон, стоит. Чё ты стоишь, ждешь? Маньяка-то нет. А, не, он ходит все-таки рядом здесь. Ну, все, у меня уже кровища кончается моя. Значит, мне сейчас придет капздец. Ну, все, прощайте, ребята. Вот такая вот бесславная смерть. Ничего, умерли в первый раз, повезет во второй. И мы с вами в новой локации, как нам повезло на самом деле. С одной стороны, смерть это плохо, с другой стороны, нам повезло, мы теперь в кукурузном поле играем. Я еще в этой локации ни разу не играл. И здесь, блин, да здесь же видно. Здесь же прекрасно видно, когда ты бегаешь по кукурузе. Я ожидаю, что здесь будет еще другой маньяк. Все-таки, наверное, не трэпер, а кто-то может быть другой. Так, осторожно. Короткими перебежками будем сейчас бегать. Так, где? Где чертов двигатель? Так, по-моему, вот здесь где-то есть. Ой-ой-ой. Как только я услышу сердцебиение, буду бежать, как угорелый. Маньяка пока не видно. Сразу скажу, что вот у этого духа есть спецспособность. Он может оставаться невидимым. И ты его просто не можешь заметить. И он появляется только тогда, когда хочет тебя ударить. Так что, вполне возможно, что он сейчас где-то рядом со мной летает и пытается меня уничтожить. Так, ладно, сейчас надо сконцентрироваться, чтобы не облажаться. И починить двигатель. Давай. Эй! Вот хорошо было бы в первый сектор попасть. Быстрее было. Так, кого-то уже порезали, не могу отвлечься. Не хочу смотреть туда вниз. Но кого-то я вижу, что уже порезали. Иногда бывает такое, что половину уровня починки двигателя ты нажимаешь на эти штуки, а потом они просто пропадают, и ты просто ждешь, пока он починится. А бывает, что в самом конце он раз, вылетает незаметно, и ты
взрываешься, и сразу же приходится убегать, потому что маньяк идет на тебя. Локации разные, они отличаются друг от друга, причем сильно. Так, отлично, отлично. Сейчас, нормально, починим. Есть, первый готов. Так, уходим. Сейчас он сюда придет. Эта собака сейчас придет сюда. Хорошо бы, где у нас пострадавший-то был? Надо пойти его спасти. Так, я его не вижу. Куда он делся? Ой-ой-ой, идет кто-то идет сюда. Охренеть. Не, а, вон он там. Так, кто у нас это? Это, по-моему, как раз у нас дух. Это конкретно дух. Сейчас ждем, может быть, он уйдет. И тогда мы поможем. Тихо, сиди. Так, душара. Нет, все-таки он не отходит от него. Наверное, не получится спасти друга. Я еще не совсем хорошо выучил вот эти повадки разных видов маньяков. По-моему, что, он не идет сюда? Так, Airsoft у нас уже истекает кровью, уже на грани. Ой-ой-ой, чуть меня не запалил, собака. Да, надо было идти, чинить другой двигатель, на самом деле. Так, вот еще один починили, и он, наверное, сейчас пойдет, как же туда, нет? Может, я все-таки успею его спасти. Давай уже, уходи, маньяк. Очень важно помогать здесь другим, потому что... Еще второй двигатель, отлично, так, он исчез. Он исчез, быстро, не успеем. А, блин, вон. О, охренеть, он... Все, он умер, да? Все, он умер. Так, маньяк. Видели, да? Вы видели? Он исчез. Он просто как хищник из фильма превратился в такую прозрачную субстанцию и исчез. Интересно, я буду чувствовать его приближение. У нас 3 игрока осталось живых, я в том числе. И еще 2 двигателя нужно запустить. Пока он там пошел с ними разбираться, сейчас попробую найти еще один двигатель какой-нибудь и починить его. Двигатель, ну где же ты? Давай. Так, по-моему, еще кого-то он рубанул. Так, ладно, это мой шанс. Сейчас нужно быстро чинить двигатель, пока он с тем разбираться будет сейчас. Тихо. Он где-то рядом, собака. Я не вижу ни одного двигателя. Куда все делись? Так, этот у нас убежал, да? Один убежал, отлично. Обалдеть. Я что-то по периметру где-то бегаю здесь. Так, чинит, я слышу. Ты чинишь или он уже работает? Он работает и сердцебиение начинается. Офигеть. Он сейчас придет за мной. Или он там, он за другим, наверное, охотится. Он опять, кстати, еще раз убежал от него. Слушай, ну ему везет, он 2 раза от него убежал. Я от бабушки ушел и от дедушки ушел. Так, это у нас что, горит? Это у нас работает. Вон, пацан идет. Иди сюда. Иди, лечить тебя буду. Да ёшкин ты корень, куда ж ты бежишь? Так, где он? Сейчас сзади подбежит. Падла, он где-то рядом. Иди сюда, вылечу. Стой, вылечу. Так, давай, дружище. Ты должен поправиться. Нужно помогать друг другу. В этой игре нужно помогать друг другу. Все, супер. Побежали, быстрее. Сейчас надо, пока он за тем охотится. Будем чинить. Прямо, смотри, прямо у маньяка. Под носом. Вот если я сейчас облажаюсь, это будет капец. Это просто будет капец. Он услышит, сразу сюда прибежит. Он офигеет от наглости, которой я набрался. Чинить прямо при нем. Так, он где-то рядом, кстати, его сделал на крюк. Фу, реально напряженная игра. Так, отлично, все. Уходим. Сейчас меня будет очень палевно здесь. Видно. Так, одно осталось у нас всего лишь. Предлагаю пойти попробовать, помочь ему. Вдруг маньяк где-то далеко. Так, маньяк вон ходит. Не, он там рядом. Офигеть. Вон он идет. Все, я тому уже не помогу. Всуф. Я ему уже никак не помогу. О, смотрите, какие страшные туши. Обалдеть. Так, чувак, я надеюсь, ты где-то чинишь там. Я надеюсь, ты где-то чинишь двигатель. Обалдеть, вы посмотрите, свиное дерево.
Это просто какая-то жесть. Так, у нас еще один человек умер. Я вообще очень надеюсь, что ты где-то чинишь двигатель. Дружище, нас двое осталось. Нам нужно выбраться как-то отсюда. У него вообще времени дофига было, чтобы починить. Кайф. Ну где ты? Где ты? Вон мигает что-то там, смотри-ка. Побегу туда? Нет? Вот попа. Что-то давно я уже так такого напряжения не испытывал в играх. У нас реально сейчас есть шанс затащить. Обмануть его. Есть какой-то проход или что? Так, тихо. Надо было оставаться чинить. Зачем я побежал того искать? Так, он его рубанул. Он его рубанул. Так, ну что? Побежали, побежали сейчас. В принципе, я даже не знаю, есть смысл ему помогать или нет. Потому что нас двое, он по-любому будет сейчас стоять здесь. Я попробую сейчас найти какой-нибудь двигатель, запустить. Вот, двигатель. Вот двигатель, он уже, кстати, уже чиненный. Давай, 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 быстрей. Фу. Так, по-моему, он убежал от него. Он где-то, они где-то рядом. Вон, вон, вон. А, черт, 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 уходи, 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 уходи. Блин, спалил он меня, нет? Он идет сюда, твою мать. Так, маньяк, где он? Куда делся маньяк? Они где-то бегают, короче, рядом. Ух ты, блин! А-а-а! Охренеть, все, он меня заметил, он меня заметил. Так, валим, 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 валим. Быстро, 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 уходи. Уходи, дружище. Офигеть, надо какая-то ловушка, дайте мне какую-нибудь. Вот, давай, давай, быстро, 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 быстро его. Охренеть, он рядом, он вообще рядом со мной. Ты черт. Ты черт, ты, блин, застрял-то в этом, в сене. Прыгай, 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 прыгай. Такое ощущение, что он вообще спокойно. И вот эти все препятствия на него не действуют. Чувак, я надеюсь, ты там чинишь. Ты чинишь, нет? Ой, он за мной идет. Ах, ты черт, быстро, быстро. Черт, не успел, я хотел. Он чинит, он чинит. Ну, может быть, даже он успеет, но я что-то не уверен в этом. Охренеть. Так, выгл. Выгл. Смотри, он прям рядом там. Он будет пытаться меня, наверное, спасти. Так, выгл, 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 выгл. Нет, все. Обалдеть. Так, ладно, пытаемся сняться. Потому что он пойдет за ним сейчас. Он сейчас пойдет за ним. Ну-ка, падла, прекрати. Охренеть, все. Адская тварь начала меня сжирать. Ну, давай, мужик, помоги мне. Да бесполезно, бесполезно. Смотрите, если трэпер, он еще как-то может отвлечься, когда он ставит капкан. То есть здесь он не ставит никакого капкана, он просто ждет. Я просто истекаю кровью. Дурак, ты бы чинил быстрее. Двигатель и убегал бы. Охренеть. Реально, реально игроки, они прокачались. За бета-тест люди прокачались, сейчас играют довольно-таки неплохо. Как выжившие, так и маньяки. То есть, смотри, смотри, он стоит там. Ах ты, блин, ты чё, ты серьезно собираешься меня снять? Чувак, ты чё творишь, блин? Он же не отвлекается. Охренеть. Ну все, мне конец, все, мне конец. Фу, у нас практически один шаг до победы оставался, нужно было лишь дочинить двигатель, и можно было бы сваливать вдвоем, можно было бы обвести как-то маньяка вот пальцы, но это не удалось. Да, кайф, давайте посмотрим, что с ним произойдет. Так, что с ним произойдет? Он сейчас насадит его на крюк. И все. Ну, дали нам вроде как немножечко деньжат, потому что мы запустили один двигатель. Или даже два двигателя. Так, что у нас там? Да, совсем немного денег. Дали нам 4000 всего. Это, ребята, вообще капля в море. Ну ладно, хоть что-то позволит нам открыть какой-то навык здесь. Зайдя в игру, я больше занимаюсь тем, что переписываюсь с другими ребятами в чате, нежели бегаю и играю, потому что ожидание сессии очень-очень-очень долгое, просто нереально. В бете все, ну как-то, знаете, легко так соглашались играть друг с другом просто ради того, чтобы поиграть. Здесь уже, смотрите, если заходит человек с уровнем выше, там, второго, то все. Если он видит людей с первым уровнем, сразу же уходит, даже вообще не задумывается. Но в любом случае мы хорошо пообщались.
с ребятами мистер Оранж, мистер Апельсин был такой, да, мы с ним долгое время находились в одном ломбе. И также Mist for You, привет вам, ребята, знаю, что вы посмотрите эту серию. Так, ладно, бежит уже ко мне Маничина. Маничина бежит сюда. Я не думаю, что очень хорошая идея. Давай. Давайте, пока он не пришел. Главное, чтобы сейчас не взорваться. Ох ты, блин. Ребята, вы зря это сделали. Вы зря облажались. Так, уходим. Придет, не придет? По-моему, не пришел. Тихо, идет. Все, идет. Где он? Где эта сволочь? По-моему, обычный маньяк-трэппер у нас здесь. Он идет сюда. Блин. Так, кто-то починил двигатель. Так, ладно, давай чиним быстро, пока. Блин, уйди, пожалуйста. Что, он идет сюда? Охренеть. Оп, парни, простите, я вас подвел. Я реально вас подвел. Починит, не починит. Слишком был увлечен поиском маньяков. Так, если что, я буду вас спасать, потому что я только что облажался. И по моей вине, возможно, вас зацепят. Ну что, три двигателя у нас осталось. Два мы быстренько как-то починили. Здесь нельзя считать ворон, хотя их здесь много на раунде, они летают. Это, кстати, наша обычная карта. Что у нас за маньяк, я еще не понял. Я, кстати, заработал один перк. Долго ли, коротко ли, вот побегал, заработал один перк. Он увеличивает скорость. Мою скорость на 3%. Имеется в виду скорость починки двигателей. Скорость там... О, смотри-ка, еще один двигатель. Давай-ка. Пока он там будет с ними разбираться, я попробую починить. Так, сейчас все с вниманием у нас на эти полоски сосредоточено. Чтобы вовремя нажать кнопку. Давай. Чини, мой родной. На 3% быстрее ты должен это делать. С этим перком. Он, кстати, отображается у меня в нижнем правом углу. Resilience, или как это называется. Так, ребята, я должен вам помочь. Я должен как-то искупить свою вину за то, что взорвался там. И тем самым привлек внимание. О, еще один двигатель. Прекрасно, прекрасно. Сейчас, если мне повезет, то мы еще один запустим. И останется нам только потом найти выход. Тут давно стрелки не было. Стрелка, появись. Не надо, конечно, я, в общем-то, не сильно хочу. Хотя она слишком пробрасывает вперед прогресс. Особенно, если попадаешь в самую первую зону. Давай. Ну давай, быстрее. Че, зря, что ли, учился в политехническом университете? Отлично, ребята! Все, найдите выход. Бежим. Все, я побежал на выход. Смотрите, 4 человека у нас здесь. Обалдеть. Это вообще, где такое видно, чтобы 4 человека у нас активировали все двигатели? Видимо, маньяк точно какой-то, ну, конкретный причем. Так, ребят, я бегу к вам. Где выход-то? Где выход, пацаны? Ладно, пока что я не вижу. Где у нас выход. Если мы будем идти по периметру, то мы обязательно его найдем. Тихо, вороны. Сидеть. Ой-ой-ой, где-то маньяк. Маньяк где-то рядом. Так, смотрим, где маньяк. Так, он человек пробежал. Значит, маньяк где-то рядом, наверное, за ним. Так, кто-то уже убежал, кстати. Обалдеть, вон он бежит. Все, быстро, на выход. Пацаны, сваливаем. Может быть, я зря убежал. Может быть, надо было других подождать. Я вернусь, я буду рядом находиться. Где он? А, вон он, еще один спасся. Все, маньяк, ты нас не догонишь. Сваливаем. Убежали от маньяка. Круто. Ну ничего, нормально, в общем-то, затащили. Видимо, действительно, маньяк был очень даже таким новичком. Ладно, ребят, мы сегодня в этой серии с вами посмотрели две новые карты. Точнее, первую посмотрели, которая вообще была в бета-тесте. Мы увидели с вами три вида маньяка. Кстати, в последний вот только что это был Хилли Билли, как раз тот мужик с бензопилой и молотом. Но мы не смогли посмотреть на его спецспособности, потому что это будет в следующей серии. Нормально затащили одну каточку и даже получили немножечко очков, за которые будем прокачиваться.
Ну, в общем-то, вот такой вот небольшой беглый обзор на релизную версию Dead by Daylight. Давайте-ка покинем уже это лобби. Спасибо большое, ребят, что смотрели. Дальше будет больше. Обязательно ждите новых выпусков по этой игре. Будем играть и с другими летсплейщиками, и за маньяков тоже поиграем. Обязательно. Но это будет чуть позже. А пока что ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующий раз. Всегда оставайтесь на высоте. И покедова!